Часто бывавшим в его доме, зовет пройтись вместе в деревню Римлик. Путь недальний час ходьбы от Виттенберга, чтоб прогуляться и трапезу с ним разделить в трактире. Всей честной компанией. Всеми был приветлив, только томился сердцем, просит сделать ему еще одно одолжение, с ним сегодня поужинать и в эту ночь не покидать его. Он нечто важное должен сказать им. Даже ужин подошел к концу, уж затемно доктор Фауст уплатил и просит приятелей пройти с ним его опочивальню, его послушать. Он хочет что-то им поведать. Час пришел. И вот доктор Фауст приступил к рассказу. Досточтимые, любезные господа, друзья мои, из вас мне мнится, каждый знает, какая молва идет обо мне. Уж столько лет знает, кем слыву я. В науках многих и в колдовстве силен, только все сии науки сам дьявол выдумал. К забавам дьявольским тем приохотился я. Через друзей недобрых, что сами телом сиим грешили. Моя негодная плоть и кровь упрямство.
чувство мое, несможенная гордость и черзкие дьявольские мысли, вот что мною двигало, поклялся через 24 года. За те забавы чела и душу оставить. Набожным праведным людям их призвать на помощь. Добрый мой сосед говорил мне бывало, чтоб его совета я послушал. Бросил колдовство черское, вернулся к Богу. Я уж совсем собрался, тут мне предстал сам дьявол. Хотел со мною прочь, как и будет божий. Сказал мне, что если впредь попробую, он меня покажет.
отвечал он им, что Богу молиться будет, да пользы не видит. Себе в этом он, как Каин, сказать может, что грехи его ужасны, и Бог не отпустит ему вовеки. Ударил ярый гром.
доктора
Кто мимо шел